В этом видео будем обрабатывать наши огурцы и помидоры сульфатом магния. Магний нам необходим для образования хлорофилла. Это является очень важным элементом. Будем использовать вот такую табличку. Обрабатывать по листу нам необходимо 15-20 грамм на 10 литров. И обрабатывать каждые 2-3 недели. Такие культуры, как огурец и помидор, очень зависят от магния. Итак, разводим и начинаем обрабатывать. Итак, развел 15 грамм и обрабатываем по листу наш огурец. Вот, например, посажен огурец второй волной. И, как видим, у него вот такой лист. Вот так примерно похоже недостаток питания по магнию. Также еще может выглядеть недостаток питания по калию, когда у нас лист сохнет. Но когда видим вот такие точки и высыпания, то зачастую это магний. То есть огурчик у нас молодой, и он у нас очень хорошо тянет. Поэтому нужно его обязательно обработать. Это у нас Герман, гибрид партенокарпический. Тоже такой мощный огурчик. Вот только начал у нас хорошо развиваться на второй волне. Также видим похожую ситуацию на томате. Вот так у нас себя может вести недостаток магния. Поэтому сейчас обрабатываем и помидор. Это черри томат сеньорита. Красивый томатик. И также томат батяня называется. Это будут большие помидоры. Также обрабатываем и их. Вот так достаточно. В общем, следите за вашими растениями. Они вам сами подскажут на листьях, что им не нравится. Также чуть не забыл сказать, когда обрабатываем сульфатом магния, не обрабатываем кальцием. Потому что эти два элемента у нас блокируют друг друга. На этом, друзья, у меня в принципе все. Всем, кому было интересно, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. До свидания и всего доброго.